24 марта, в третий день работы 15-го Благовещенского форума, проводились педагогические мастерские. Ведь одной из целей форума является обмен передовым педагогическим опытом в области духовно-нравственного образования и воспитания подрастающего поколения. Учителям было предложено поработать в творческой мастерской. «Один в поле не воин», гласит пословица. Но многие наши русские ратники доказали, что если они с Богом, то и один в поле воин. И сегодняшние наши педагоги тоже доказывают, что один в поле, в школе, не воин. Но если педагоги идут с Богом, создают команду единомышленников, то у них все получится. Из-за 1С происходит проектная деятельность. Мы создаем проект по духовному напитанию наших детей. Мы работаем над проектом «Школы Истоки». Этот проект охватывает различные сферы деятельности. Но в данном случае мы больше рассматриваем каникулярную деятельность школьников. Мы волонтеры. Вовлекаем детей в социальные проблемы, которые возникают у них, потому что наша школа находится в социально неблагополучном микрорайоне. Мы сейчас разрабатываем проект. Наш проектный модуль мы назвали «С Божьей помощью». Мы разработали уже цели данного проекта и поставили задачи. Работа в творческой лаборатории прошла насыщенно. Свои подготовленные проекты участники защитили в финале мероприятия. Так как мы работали с семьями, то мы и назвали свой проект «Мы одна семья». Подумать и о социально-нравственном, да, воспитании во время учебной деятельности – это очень актуально. Это просто, ну, горит. Это надо. Мы сегодня стали участниками очень интересного проекта, причем удивило нас начало. Когда мы собрались в несколько групп, 6 групп всего, группа администраторов, группа учителей начальной школы, группа педагогов и психологов, и нам было предложено рассмотреть социальный паспорт одной школы, очень сложный, где дети учатся, и мы должны были принять решение, а как же исправить ситуацию. И получилось, что на уровне только администрации эту проблему не решить, только на уровне учителей тоже ничего не получается. А что же дальше? Оказалось, что если мы объединимся, администрация, учителя, социальные педагоги, учителя начальной школы, психологи, родители, и вот тогда действительно получилось сработничество. Причем удивительно, мы изначально уже попытались составить какой-то проект, когда я была в группе, где были только одни администраторы, и у нас ничего не получилось. А вот сейчас, когда мы объединились в группу, где у нас есть и родители, и психологи, и учителя, и директор, и вот тогда дело пошло. Причем идей столько, что мы пишем, и понимаем, что мы уже даже в объем этого листа не помещаемся, потому что столько идей, потому что каждый из нас, ну, мы учителя все немножко актеры, немножечко вошли в роль, и поэтому родители рассуждали как родители, психологи как психологи, и тут уже работа закипела. Оказалось, что соработничество, вот это главное. Не, директор один ничего не решит, один учитель тоже ничего не сделает. А ну и вправду, один в поле не воин. И даже если говорить, что кто-то такой самоотверженный, что-то делает один, а нет, потому что с Божьей помощью все равно не один.